крышу небоскреба. Жестко всех оттуда кошмарим. Перелетаем на другой небоскреб. Там кошмарим. Потом меня нокают. При помощи АВДшки я поднимаюсь, больше не высовываюсь. И в конце забрасываю последних типов. Как вам план? Куда ты побежал? У меня ничего нету. Больше так не делай. Обманул его, у меня была сковородка. Ах ты злодей, Валя, просто пацана обманул. По горбу как дал ему. Олимпиец, привет, привет. Красиво развел, да. Пацан сейчас выйдет, откроет эту тетрадку, напишет. Дорогой дневник, сегодня играю в PUBG. Я попал в такую ситуацию, что не могу нормально к этому отнестись. Мы летели с одним типом. Он был немного впереди. Я не мог определиться, в какой мне дом падать. В правый или в левый. Почему? Потому что я не знал, куда именно упадет тип, который летит впереди меня. И этот тип залетел в будку между домами. Я принял решение забрать правый домик, потому что успел бы туда добежать. И думал, что он пойдет в левый дом. Этот тип зашел в будку, вышел оттуда, и у него ничего нету в руках. Но я подумал, что он безоружен, и он бежит ко мне. Я уже хотел убегать, но потом развернулся и подумал. Я же мужчина, я должен принять этот вызов и должен сражаться. Я развернулся, расчехлил свои кулаки. Ну здравствуй, дорогой. Хороших каток. Спасибо, бублик. Прекрасного настроения. Спасибо, Бритшоник. Спасибо, что заставил струмера потанцевать. Ну и так вот. Я развернулся, расчехлил свои кулаки для того, чтобы принять этот бой. А этот тип достал из-за спины сковородку и оторвал мне пол хп. Несмотря на то, что я не являюсь трусом внутри себя, я принял решение убежать. Единственное, что я хотел сделать, это оторваться. Но оторваться мне не удалось, потому что он мне дал по горбу с кулака. Такая вот история. Дорогой дневник. Я больше не хочу играть в эту игру. Я сделаю перерыв. Пойду поем. Так, ну вот здесь много типов будет, да?
Круг закроется через минуту, сейчас посмотрим. Ликвидатор, здорово. О чем? Мы с вами 100 лайков еще не набрали, по-моему. Вижу типа, он возле дома сейчас сразу зайдет. На чесночину я не буду запрыгивать. Так, посмотрим, куда дроп упадет. Круг централизовался, да? Ай-яй-яй-юшки-яй-яй. Тачку привезли как раз. Ну тогда да, от этой надо вышки играть. Опа! Все, ждем третьего круга. Сейчас он закроется и посмотрим.
только отсюда. Так, дайте Валя позицию займет. Не мешайте по-братски. А какая из них? Вот это по центре, да? Не угадал, там бы я еще был в кругу. Жалко, что сказать. Теперь надо ждать драки и потом падать куда-то вниз. Потому что я окружен. Там, по-моему, за камнем тип есть. Здесь МКшер где-то. Там, что ли? А, так я в кругу. МКшера хлопнули. Этого хлопнули. Так, этот меня спалил. Все, уходим. Одну тычку.
Готово. Когда играешь в игры разума, главное — это выдержка. И тогда твой план может быть успешен. Готово. Принимайте. Да. Пойдет.